Сегодня у нас 1 октября. Вот сегодня были заморозки первые у нас с 30 на 1 число октября. Но яблочки вроде бы не затронуло. Но остальное, конечно, немножко подпортило. Это у нас старая вот яблоня, а это вот молоденькая яблоня, которая у нас третий год. Но в этом году дала яблочко. Вот оно одно висит. Вот мы его на пробу оставили. Посмотрите, что это будет яблонька. Но вот яблоночка перепутала весну с осенью. Вот она пустила цветочки. Еще вот они, красавчики, цветочки. Вот. Перепутала. Ну, много примет, поверий всевозможных в интернете. Но мы в это не верим, конечно, потому что это все-таки катаклизмы нашей местной природы. Все сместилось. Вот. Это помимо яблонки у нас еще и есть интересное, я вам сейчас покажу, на груше. Вот груша у нас отплодоносила очень даже хорошо. А это вот молоденькая груша. У нас она третий год. Ну вот груши. Вот они наверху. Мы их и цветочек там, если я сейчас смогу, макушку там. И груша, и цветочек распущены. Вот она, веточка. Вот они, груши и цветок. Также спускаемся ниже. Вот они, грушки маленькие. Вот они на ветке, на самой макушке к теплу растут. И вот спускаемся вниз к веточке. Вот они, грушки. Вот они. Вот они, маленькие, молоденькие грушки. То же самое, груша перепутала весну с осенью. И вот нам такое сделала подарок. Но это еще не все. У нас и клубника также зацвела. Сейчас я покажу. Вот такие вот интересные у нас явления природы. Клубничка цветет. И есть клубничка. Вот она. Но это не удивление в октябре, чтобы клубника была. Она есть. Он цветет. Главное, что цветет. Вот еще лезут бутончики. Вот они. Спрашивается, куда? Когда уже передали морозы, будут. Вот они. Цветут. Клубничка. Клубничка. Вот она там. То же самое. Вот. Будем считать, что это природные явления. Вот. И, конечно, это катаклизм природы, что все сместилось. Поэтому и идет потепление. И природа сама реагирует на это состояние климата.